Молодежное общественное объединение «Наследие» инициирует ряд мероприятий и акций, нацеленных на пробуждение искренних чувств патриотизма, неподдельной заинтересованности героическому прошлому, истории своего города. Рейд «Память» – возможность для молодых людей помочь Бресту в подготовке к празднику. Это один из рейдов, вернее, если уж точнее выражаться, это один из подарков к дню города нашему любимому Бресту – волонтерский рейд «Память». Именно о нем идет сейчас речь. Мы сейчас находимся на католическом кладбище, где пытаемся помочь в наведении порядка. Вот. Молодые ребята, в том числе и Союз молодежи, волонтеры, они присутствуют как раз сейчас на том моменте уборки. Брестское католическое кладбище в настоящий момент расположено почти в центральной части города и занимает территорию порядка 2 гектаров. Уникальность его заключается в том, что из сохранившихся 3000 могил большая часть может считаться историческими памятниками. Здесь есть захоронения, датируемые 19-м столетием. Очищая территорию, волонтеры помогают сохранять историческое наследие. Я считаю, что это нужно делать, так как те, кто не ценят свою историю, те, кто ходит по этой земле, они в первую очередь не ценят себя. Вот. Конечно же, хотелось бы, чтобы больше молодежи приобщалось к подобного рода акциям, так как благоустройство города, я считаю, что это должен достаточно делать каждый человек. Расчистка от травы, вывоз и уборка мусора. И это еще не весь перечень необходимых работ. Молодым людям еще предстоит потрудиться, чтобы привести католическое кладбище в надлежащий вид. Это будет не только хороший подарок городу к празднику, но и дань памяти историческому прошлому. Ведь люди живы до той поры, пока жива память о них.